Привет, дорогие друзья, с вами Стив. Сегодня я вам расскажу, как играть с другом по сети в Майнкрафт без хамачи. Те, кто говорили, что хотят с модами поиграть, например, как Фрост и Парниша, но по хамачи не получалось. Так вот, пошел этот хамачи куда подальше. А я вам расскажу, как играть с другом в Майнкрафт по сети без этой надоедающей программы. Только нужна программа, которая называется Торрент. Просто введите в Google Торрент и вы найдете, и скачаете. Вам сначала нужно узнать IP. Не надо ни в какие консоли входить. Вам нужно зайти на сайт, ссылочку на который я оставлю в описании, и он еще понадобится. Так что после того, как вы скопировали IP в буфер обмена, не закрывайте страницу, потому что этот сайт понадобится для проверки портов. Дальше вы заходите в Minecraft, говорите другу свою версию. Если вы с модами будете играть, то скидывайте ему моды, создаете новый мир. И главное, чтобы лишних модов не было. Открываем для сети. И порт мы... Открываем торрент. Настройки программы. Соединение. И там, где нужно вводить порт. Вводите туда порт из Майнкрафта. А дальше нажимаете применить. И вот все, порт открыт. Дальше вам нужно его проверить на... 2ip.ru. Вы и так уже сами знаете, как это сделать. А если нет, то я вам расскажу в комментах. Извините, что такое короткое видео, просто мне пришлось через Filmor снимать, потому что она не пропускает шумы микрофона. На этом с вами заканчиваю данное видео. Если я вам помог, то можете подписаться на мой канал, поставить и лайки. А если и там какие-то у вас проблемы, то пишите в комментариях, и не надо сразу ставить дизлайки. И я вам, наверное, с ними помогу, если смогу. Всем!